мягкая. Возьмите так, конечно. А потом вниз. Рынок Бердянский. Ищем мясо. На шашлык. Желательно, конечно, шеи. Но мы уже сало. Готовится, да. Кукошник один. Такие цены в Бердянске. Молочки тоже вау. Творог, молоко, все, что хотите, сметана. Брынза. Рыбка, рыбка, Бердянск, ребята, рыба. А что, мы копченую будем выбирать, да? Ну, ты любитель, извините, бычочка. А я бы такой, чтобы и копченую какой-то. Ну, смотри, какая шикарная. Таранушка, смотри, какая. Прям свеженькая. Видите, это рамка. Да? А сколько такая рыбка у вас стоит? Вот эти по 120, вот это 80. Дай нам попробовать, какая это штука. Красавица рыбочка. Дать вам попробовать рыбку. Так, вот такая, 80, 100 гривен, 120. Кепушки. Это окунь. А, это барабулька. Это барабулька, это самая вкусная рыбка. Селедка. Нет, это сарганчик. Сарган, натуральное копчение. Она жирная, малосольная, очень вкусная рыбочка. Креветка. Ребята, наш поход на рынок закончился вот таким толстолобиком кусочек. Вкуснейший. Судачок вот такой. Вкуснятина тоже.
Ну и, конечно же, бычок морской. Вот это 10 бычочков, 168 гривен. Ну, такие нынче цены. Судачок, вот, вот это 220 гривен. Ну и этот кусочек толстолобика на 140 гривен затянул. Толстолобик 350 гривен килограмм. Ну, вкусненький. Ну, тут только кусочек жира, ну, с мяском. Вкусненький, я с пивом такое люблю. Вот так вот. Далее будем. Ребятки, это Бердянск. Вот тоже, видите, вот такие пролеты везде. Между отелями, пансионатами, на пляж. Пляж общий и все дела. Ну, вообще есть, конечно, отели красивые. Есть такого типа частный. Видите, как частный сектор типа такого плана. Ну, а есть вот такие вот. Видите, тут прям выход к морю вообще. Первая линия. Красота. А вот впереди Лазурный берег называется. Тоже неплохой такой. Ну, а также есть, конечно, много. Я посмотрел. Которые, знаете, еще советских времен остались. Типа как у меня есть видео в Каневском на базе отдыха Аптрон. Также и здесь есть такие базы наподобие. Много вот таких крутых всяких. Те, которые уже повыкупали. А те, которые вот на уровне заводов еще остались, знаете. Никто тут уже, по большому счету, ничего не влаживает. Ну, красиво здесь. Прям море, конечно. Явный пляж, наверное, классный. Вот такое вот строение тоже большое. Классное такое, я не знаю. Ну, это вообще такая, знаете, барская. Крутая. Фишка. И во дворе видно там круто. Ну, как-то так. Ребята, видите, сколько еще строится. И здесь еще место и место. Поэтому, как говорится, все места хватит. Тоже своя детская площадочка есть, видите, стоянка для машин, машины стоят, люди сидят, отдыхают. Макарова 52, ребята, хороший отель тоже, но, наверное, тоже не дешевый, магазин свой есть, ну, как-то так. Видите, как здесь. Ребята, это Афина. Гостинично-ресторанный комплекс. Афина, видите. Поэтому, если понравилось, ищите в интернете. И все будет по красоте. Видите. Ребята, есть вот такой вот частный домик. Написано, сдается комната. Все виноградом там заплетено. Ну, такое видно, что это будет недорого. И хорошо. Я думаю, не знаю. Но я думаю, но все-таки хочется, знаете, чтобы хотя бы какой-то, никакой кондиционер был в номере. Потому как на пляже хорошо отдыхается. Но когда тебя напечет, как говорится, в голову целый день. Хочется прийти, покуда там вечер, покуда это прохлада будет. Хочется, чтобы
был кондиционер и охладиться. Вот такой тоже частный домик, видите. И тоже явно сдаются номера. Макарова 48. Но это, ребята, я вам повторюсь, это коса, средняя коса. Вот эта местность, где я снимаю. Средняя коса. Вот тоже такое двухэтажное здание. Тоже какой-то отельчик. Дельфин или что это? Сиеста. Сиеста, ребята. Вот так. Тоже классный какой-то такой. Пансионатик. Видите, все заросшее так. Зелени много. Видите, розы растут, все классно. Просто суперово. Вот такой зелененький. Вот такие дела. Поэтому приезжайте, еще время есть. И отдыхайте, дорогие мои, отдыхайте, любите себя. Любите себя. Отдыхайте, позволяйте себе отдыхать. И отдыхать старайтесь более-менее с комфортом. Конечно, молодежь, это без проблем. Машину затолкались, поехали где-то могут. И палаточным образом отдыхать. Ну а мы, извините, уже не по 20. Поэтому хотим какие-то комфорт, так скажем, какой-то. Приближенный к домашнему. Вот так вот. Ну все.